Пока страна отмечала День независимости, один из самых узнаваемых сынов земли казахской, Димаш Кудайбергенов, в очередной раз покорил Поднебесную. 16 декабря наш певец стал победителем в номинации «Певец года» на международной церемонии награждения премии The Silk Road Croatian Awards 2018. Помимо этого, он официально назван послом «Шелкового пути». Об этом сообщил сам Димаш на своей страничке в Instagram. Наш прославленный певец без сомнения может занести в актив 2018 год. Помимо вышеуказанной премии, Димаш отметился рядом знаковых выступлений в разных уголках планеты. К слову, в марте следующего года Кудайбергенов даст свой сольный концерт в Кремлевском дворце в Москве. Билеты уже поступили в продажу.